Привет, дружище. Сегодня достаточно интересный выпуск, так что можешь сразу со старта поставить свой княжеский лайк. Я буду за это тебе весьма благодарен. Я нахожусь на аккаунте бездонатном, ник Brutality, 62 тысячи сил, и он, в свою очередь, находится в гильдии под названием K-Craft. И туда нужны игроки от 30 тысяч сил. И, друзья, и, кстати говоря, туда скоро яйцо вступит. Короче, ребята, вот 17 человек, ламповая гильдия, вступают и развиваются. С маленьким уклоном, конечно, на Майнкрафт. Ладно, не суть. Давайте я вам расскажу, потому что случился достаточно интересный момент, который заключается в том, что на этом аккаунте есть такой герой, как Барт. И я думаю, что многие из вас догадались, как это вообще произошло. Смотри, вот сюда заходим. Ну, где-то же он здесь должен... А, вот он, Барт. Да, еще раз напоминаю, смотрите, это бездонатный аккаунт. Мало ли что, кто-то будет там говорить. Фишечка заключается в том, что, как бы вам объяснить, данный герой был получен непосредственно с бесплатки в акции «Хватайка», как я понимаю, игрок его вытащил. Просто там выпали эти жетоны, я так понимаю, он получил там карточку или что, короче, что-то замутил, и Барт, донатный герой, пришел на аккаунт. Да, мы можем бесконечно ныть, плакать и ругаться на разработчиков о том, что игра просто скатывается в донат. Точнее, ну, как скатывается, проваливается. Плывет в донате, но, тем не менее, я не буду переставать говорить о том, что огромнейшее количество на халяву ништяков приходит бездонатным игрокам, и зачастую, ну, это тоже, с одной стороны, вроде это плюс, а вроде как бы это и минус, то, что вот можно получить донатного героя сейчас, что доселе, в принципе, на русском сервере, это была фантастикой. Но я говорю про другие вещи. К примеру, про то, что там можно слизней золотых получить и так далее. Это, конечно, классно. Это помогает развиваться. Но, с другой стороны, а зачем тогда фармить какие-то подземки и так далее? Но не суть, друзья. Сегодня у нас роллинг. Можете вот поздравить бездонатного игрока с бардом. Это невероятно круто. И сегодня мы также попробуем еще раз заполучить халяву. Видео выйдет это поздно, если много лайков на нем будет, я еще и ночью выпущу видос, не знаю, про яйцо, наверное. Так, в поисках сокровищ, это вот это, наверное, акция, да, новая. Там, короче, фишка заключается в том, что ты как бы тратишь самоцветы и получаешь попытки, я так понимаю, копать. Поздравляем, вы получили сундук замка. Как это работает? Подожди, правила. Каждый игрок ежедневно получит одну бесплатную кирку, которую можно использовать для раскопки сокровища. Игроки могут иметь несколько кирок. Вы получите одну кирку за каждые 300 потраченных самоцветов. При каждой раскопке вы получите случайную награду. Также с некоторым шансом может выпасть один ключ от сундука, от бронзового сундука, серебряного сундука и ключ от золотого сундука. Для того, чтобы быстро получить ключи, купите 3000 или больше самоцветов за один заказ. Бонусные не учитываются. Чтобы сразу получить один ключ золотого сундука. Сундуки с сокровищем могут быть трех видов. Бронзовый сундук, серебряный сундук, золотой сундук. Они содержат особые награды. Вот, чтобы открыть каждый сундук, вам понадобятся соответствующие ключи. Игрок может открыть только один сундук каждого вида. Вот, ага. Здесь, смотри, здесь у нас такие награды, я не помню, но это вроде херня карточка, может нет. Здесь у нас уже крутая карта, да, в серебряном сундуке. А в золотом? Ну, золотой похуже, тут, конечно, больше упор ставится на серебряный сундук. Давай попробуем сюда выбить недостающих героев, и за счет того, что мы будем ролить героев, мы получим попытки в эту акцию. То есть я предполагаю, что буду сейчас упорно тратить на своих аккаунтах эту всю дичь. Вот, и также буду, и, грубо говоря, тратить завтра уже, да, не знаю, когда вы смотрите это видео, эта акция длится 2 дня. Буду тратить. Так, супер набор. Ага, тут это, ага, тут надо это, эти самоцветы купить. Ладно, не суть, что у нас по недостающим героям? Конечно же, их тут великое множество. Просто Варлок, Валентина, Розалинда, Мастер Рун. Ну, Розалинда за Бабулес, Кровавая Мэри за Бабулес. Так, Некроз, Призрачный Всадник, Некроз за Бабулес. Космо не хватает.
Ну так, навскидку. Короче, знаешь, у нас тут даже Фрея, Королева Ос. Ну да. Ледяной Феникс, Оккультист, Землеройка, Ронин, Ассура, Свален. Ой, ну давай, давай ролить. Тут, короче, всех не хватает. Но зато бард есть. Он может битву гильдии одним бардом проходить. Полетели ролить. Так. Надеюсь, за роллинг хоть что-то выбьем. Вот это вот акция, я понимаю, классная на роллинг, да? 300 самоцветов тратишь и получаешь попытку халявы. Это куда интереснее, чем коллекционер какой-то сраный. Ворожей, ниндзя, оборотень, 190-й рыцарь, химера-рыцарь. Так, бульдозер, все не то. Давай, где новые герои? Тут целая куча героев недостающих. Хотелось бы их видеть. Выбить, друид. Давай, давай, не останавливайся. У меня аж отрыжка какая-то пошла злая. Это мастер рун. Это намек на то, что выбьем сегодня мастера рун. Не знаю, на этом аккаунте или нет. Но слушай, где герои? Медуза, тут седны даже нету. Командоры нету. Хотелось бы их всех выбить. Твою же дивизию. Наемный убийца. Дед Мороз. Давай. Оборотень. Бульдозер. Ведьма. Палач. Циклоп. Оборотень. Кристаллический эктоплазм. Да что ж такое-то, а? Что ж такое-то? Где герои? Ну что, из-за этой акции теперь ничего не падает? Шанс... Космо, вот, вот, уже как говорится, седно, уже роллинг прошел не зря. Рина, сердцеедка, сноузила, то есть уже круто все для этого аккаунта. Еще одна седна, даже если мы ничего не получим в будущем, да, из этой акции, то как бы седна и в особенности Фрея еще сверху, просто шлифанули вот так вот. Отлично, ребят, прям везет этому аккаунту, барда выбил. Сейчас Фрею Космо, седну, прям вообще огонь. И пойдем еще в акцию, друзья, давай. Фараон в 2020 году, это, конечно, землеройка. Просто последний удар и землеройка. Слушай, это реально круто. Я думаю, что надо мне сегодня записать видос как на основном аккаунте, так и на ИЦ. Кто за это? Ставьте плюсики в комментах. Так, пошли в эту акцию. А в поисках сокровищ. Подожди, добыча пирата, карта богатства, парящий остров. Ну давай, парящий остров. Попытку, как обычно, туда, да, фигня выпадет. Так, вот, нет, не сюда. Слушай, ну прям в поисках сокровищ, давай. Наша цель — серебряный сундук. Давай, копать по 5. Копать-колотить, давай. Поздравляем, вы получили сундук замка. Сундук замка, сундук замка, сундук замка. У нас 134 кирок, кстати. Ну а что он вот именно сундук замка дает? Вот второго уровня и все. А вот магическая пыльцу он только одну штуку дает. Сундук замка. Ты серьезно вообще? Опа! Поздравляем, вы получили сундук замка, сундук бронзового сундука, ключ от бронзового. Да, от бронзового и серебряного сундука. Так, ну чё? Или давай уже все, да, откроем. Ну или давай открываем. Наверное, сейчас сразу. Открываем, что нам оттуда падает. Поздравляем, вы получили карты героя. Официальное событие. Монетка события. Перекус суперпетуши. Вообще шикарно. Я думал, что это он одну из каких-то предложенных наград даст. А он дает сразу целую кучу. Слушай, вообще шикарно. Так, давай дальше. Открываем. Может, еще ключи даст? Так, пока не дал никаких ключей. Ну, вроде, типа, он что там писал. Один раз можно только сундук за день открыть. Золотой ключик вообще редкость. Так. Слушай, ну, очень круто. Очень круто. Давай, золотой ключ еще. Золотой ключ. Блин, все, иду на свои аккаунты ролить. На ИЦ, правда, не так много ресурсов, как хотелось бы. Но, тем не менее, будем надеяться. Давай.
Вообще на яйце нужны самоцветы для созвездий. Но тут раз такая пьянка пошла, жаль упускать возможность, скажем так. Давай. По 5 откроем. Слушай, золотой ключ принципиально не падает. Золотой ключ. Опа! Да! Золотой ключик. Поздравляем, слушай, ну прям вообще шикарно. Давай, летим дальше, не останавливаемся. Может, еще ключики какие-то даст? Или только один раз можно? Ну, какая-то это читерская акция. Просто... Я не знаю, или эти попытки может на завтра оставить? Может, он типа сейчас... Не, ну, по идее, он должен выдавать ключи, да? Даже если мы открыть не можем, он должен выдавать ключи. Он должен выдавать ключи, потому что, как бы, ну, если мы их сегодня открыть не можем, то тогда откроем завтра. Ну, давай. Слушай, ну, прямо это супер интересно. Супер круто, супер интересно. Да уж... Интересно, девки пляшут. Ну-ка. Ну да, больше что-то он не выдает. Поделитесь своими наблюдениями. Стоит вообще открывать эту всю штуку после того, как ты получил все ключи? Ух ты, ёб твою. Ага. Так, получаем все награды. Смотрите, такая карточка топовая. Такая, 13 пыльцы. Ну, сундуков такое как. Слушай, ну, в принципе круто. Давай, ваши подарки. Открываем сундучки. Может, оттуда еще какая карточка выпадет. Блин, респектовая, конечно, акция, друзья. С одной, ну, с другой стороны, типа, окей. А, у нас и самоцветов расширить места нету. А, мы в принципе, знаешь, что можем сделать? Герой, смотри. Вот так вот берем, открываем космо. Открыли космо. Заходим вот сюда. Заходим. А, или это в того же барда может. Ну, а, нет, бард тут на максимум прокачан. Давай космо. Улучшить. И просто вот так вот. Освобождаем места. Освобождаем, друзья, места. Летим дальше. Так. Па-па-па-па-па-па-ра. Окей. Замечательно. Теперь спокойно уже переходим на склад. Так, тут забираем штуки. Тут забираем штуки. Так, это мы забираем. Так. Ой, не надо продавать. Сейчас дойдем до самого интересного, друзья. Так, это мы не будем. Что это? Дар любви. Давай откроем. Пускай уж уже будет, что уж тут поделаешь-то, а? Да, интересно, девки пляшут, конечно. Так, забираем. Замечательно. Почтение тоже открываем. Мест, конечно, остается мало. Так, это открываем, конечно. Чё оно будет валяться? Удачный сундук, ерунда полная. Могли бы уже когда-нибудь взять и поменять эту награду. Так, здесь вот такие вот бонусики. Так, это мы, место мы тоже освобождаем. Сейчас перейдем к самому интересному. Целых 3 осколка получили лисы. Так, что отсюда мы можем? Нам отсюда нужна командора, ледяной феникс, бугимен. Ну, там махатма может быть. Но вообще, по факту, командора и ледяной феникс самые желанные. Давай попробуем открыть. И... Бугимен. Ну, кстати, тоже неплохо. Он недостающий. Что у нас здесь?
тут у нас, по сути, возможность получить еще одного бездонатного, фото, донатного героя на бездонатном аккаунте. Это, конечно же, невероятно круто. Ну, Барт у нас есть. Да, здесь полярный лист было бы классно достать. Ну, если упадет Барт, конечно, будет обидно. Но, как я понимаю, чаще всего падает Барт, наверное, какой-нибудь дуэлянт. Ну что, ни пуха, ни пера, друзья. Полетели, давай. Я вам говорю, что отсюда падает постоянно Барт. То есть, видишь, как все хитро сделано. Вот, как все хитро сделано. Но, тем не менее, я считаю данное видео, данный ролик более чем удачным. Вот, пожелаю вам огромнейшее спасибо. Огромнейшей удачи. Большущее спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Огромнейшее спасибо, кто поддерживает данный канал своими спонсорскими подписками. Всем пожелаю чаушки. Короче, я уже запутался. Все было круто. Всем пока.